В зал выносит флаг России, звучит гимн страны. Сотни мальчишек и девчонок из школы Одинцовского района собрались вместе, чтобы вступить в ряды юноармейцев. Их пришли поддержать учителя, ветераны и почетные гости. Мы приветствуем вас в зале Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса на первом учредительном слете местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-спортивного движения «Юнармия» Одинцовского муниципального района. Первые юноармейские отряды в муниципалитете появились в Кубинке. Затем к ней присоединились Никольское, Жаворонковское поселение Одинцово. Штаб местного отделения юнармии сформировали в декабре 2016 года. Для нас не должно быть нерешаемых задач. Вместе мы представляем из себя силу. Задачи определены для юнармии. Это в первую очередь патриотическое воспитание. Знать историю России, знать историю народов, населяющих нашу Россию, знать ее географию, знать, что мы из себя представляем. Юнармия – это не только патриотическое, но и информационное, экологическое, волонтерское движение. Дети могут попробовать себя в разных направлениях. У этих школьников все только начинается. Именно в этот день вы берете на себя ответственность не просто любить Родину и не просто ее защищать, а называть себя патриотом. Это слово сейчас до такой степени часто используется, что многие люди не осознают. Но быть патриотом – это в первую очередь любить свой район. В рамках первого учредительного слета прошли выборы начальника местного штаба. Почти единогласно избрали Игоря Топала. Его отряд объединял в своих рядах около 150 юных активистов. Сегодня их стало еще больше. Юнармейцы и кандидаты в юнармейцы для принятия клятвы стать. Я, вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству, соблюдать устав юнармии, быть честным юнармейцем. Клянусь! Фото на память с ветеранами. Они тоже не перестают работать с молодежью. Быть юнармейцем – это защищать свою страну, быть патриотом страны и не стесняться этого. У нас практически каждый месяц достаточно большое количество серьезных акций и действий по тому, что происходит в стране. А самое главное – лето, пионерское лето, где у ребят есть масса, не просто даже, наверное, масса, а огромная куча возможностей, где они себя могут реализовать. В лагерях в первую очередь. В этом мы им должны помочь. Движение юнармии в районе только набирает силу, но уже ни у кого нет сомнений, что его ждет большое будущее. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».